Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в Москве провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. На встрече также присутствовала сенатор Верхней Палаты от Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко, сообщает пресс-служба правительства округа. У нас Елена Геннадьевна приступает к работе в Совете Федерации. И как раз с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной обсуждалось наши первые шаги, которые будут Ямало делать в ближайшие годы в этой работе. На самом деле много задач стоит перед нами, и вот мы договорились о том, как будем их реализовывать. Специализация все-таки моей деятельности как сенатора будет природопользование, и это понятно с учетом профиля нашего региона и тех задач, которые Дмитрий Андреевич озвучил. Инфраструктурные проекты, задачи региона в части опережающего и устойчивого развития. Полагаю, что это все то, что требует сегодня законодательного подкрепления и обеспечения.